Реконструкция длилась почти 5 лет. Набережная сильно пострадала во время летнего паводка в 2011 году. Пришлось восстанавливать и укрепительные сооружения, ремонтировать мост и дорогу, приводить в порядок пешеходные зоны. Ну а подарком местным жителям стала художественная подсветка крестовидного моста поцелуев. Во-первых, действительно уютный район. Он очень востребован нашими гостями. Ну и второе, жители этого и сами хотели. И мы надеемся, что вот та красота, которая сейчас здесь появилась, то, что мы сегодня создали здесь, это еще раз говорить будет о том, что хорошее, красивое. С первых дней будут наши дети, наши внуки понимать. Ну и добавлю, что, по словам самих жителей, теперь в темное время суток гулять по обновленной набережной стало приятно и безопасно.